Здравствуйте! Вечерние мишуровы, Рязанская филармония и Рязанский хор с вами. Очередной день в самоизоляции. Но несмотря на это, мы работаем удаленно. Как и правительство Рязанской области, МЧС, Министерство культуры и туризма и все государственные службы. Дорогие друзья, мы просим вас не покидать своих домов без лишней необходимости. Соблюдайте закон и порядок, и в этом нам поможет наша доблестная полиция. Сегодня, в это нелегкое время, мы хотим сказать спасибо органам, обеспечивающим закон и порядок в нашей стране, за их самоотверженность и доблестный труд. Друзья, помните, юмор помогает пережить самые трудные времена. Вышел я из дома, полицейских много. Ты куда? Зачем идешь? Я за хлебушком, не трожь. Полицейский так спросил, где бумагу я купил. Бумага нынче в дефиците, две ему я подарил. Мимо наших полицейских я без дела не хожу. То я выйду в магазин, то собаку вывожу. Здоровья всем!